Всем привет! Как вы уже знаете, я собираю коллекцию Мини-Лента 3. Но это не настоящие фигурки, а самодельные антистрессы. Вот. Отдай. Маша, а помнишь, ты мне обещала сделать еще много миниатюрок из Мини-Ленты? Да, Ластик, конечно помню. И где они? Это что? Яйцо? Ну, как видишь. Не, я не буду его высиживать. Между прочим, я панда, а не курочка-ряба. Ластик, все намного проще, чем ты думаешь. Это яйцо нужно просто открыть. Ух ты! А это что? А это мини-коллекция Мини-Лента 3. И они будут еще меньше, чем настоящие миниатюрки? Конечно. Значит, это мини-мини-лента. Точно, Ластик. Ну все, я готов к распаковке. Можно начинать. А это у тебя что? А это, Маша, лупа. Без нее твою мини-коллекцию не рассмотришь. Вот вредный какой. Ну, раз Ластик готов, можем открывать наши пакетики мини-лента. И здесь нам попалось детское пюре «Фрутоняня». Так, где ты говоришь пюре? Да вот оно. Ага, дай-ка его поближе рассмотреть. Точно пюре, яблочное. Ребята, это у нас не просто миниатюрка, а наклейка. И для нашей коллекции мы сделали вот такой специальный альбом. Так, а это что за кармашек? А это, Ластик, ты узнаешь потом. Ребята, а вы догадались, для чего в нашем альбоме кармашек? Наклеим наше яблочное пюре в альбом. И оно у нас будет вот здесь. Открываем следующий пакетик. И здесь у нас детский стиральный порошок «Ушастый нянь». Так, стиральный порошок у нас здесь. Берем следующий пакетик. И в нем нам попался чай «Ричард». Чай у нас вот здесь. Интересно, что попадется в следующем пакетике? И это у нас макароны «Макфа». Так, где же они должны быть? Сыщик панда спешит на помощь. Что вы потеряли? Ластик, не балуйся. Лучше бы помог. Так, макарошки. Ура, нашел! Макароны должны быть в верхнем правом углу. Точно, Ластик. И как это я сама не заметила? Открываем дальше. И здесь нам снова попалась фрутоняня. Маша, а его место уже занято. Конечно, занято, ведь нам попалась повторка. И что теперь? Придется его съесть? Нет, Ластик, есть ничего не надо, тем более, что оно бумажное. А для повторок у нас есть вот такой специальный кармашек. И как ты сразу не догадался? Кто догадался, с того лайк. Ну что, открываем дальше. И нам попался плавленый сыр. Наклеим его на место и продолжим нашу распаковку. А здесь у нас вот такой шампунь. Наклеим его рядом с сыром. Интересно, что нам попадется в следующем пакетике? Я думаю, это будет йогурт. Почему йогурт? Потому что он вкусный. Ребята, а вы как думаете, что нам попадется? Ластик, ты не угадал. Нам попался сок «Фруктовый сад». Нет, угадал. Почему это? Потому что он тоже вкусный. Ребята, а вы отгадали? А сок у нас тоже рядом с блинчиками, только с другой стороны. Открываем дальше. Что же нам попалось здесь? Это вот такое подсолнечное масло. Где же у нас масло? Вот оно нашлось. Приклеиваем и продолжаем нашу распаковку. Нам попался молочный коктейль. Он у нас на этой страничке. А что у нас в следующем пакетике? Здесь у нас бальзам после бритья. Посмотрим, что же нам попадется в следующем пакетике. И это у нас еще один порошок «Ушастый нянь». Какой-какой нянь? Ушастый. А я думаю, ужасный. Ластик, ну ты придумаешь. Такой порошок нам уже попадался, и мы отправляем нашу повторку в кармашек. Что же нам попадется здесь?
а здесь нам попались памперсы. Наклеиваем их на место. И смотрим, что будет в следующем пакетике. И здесь у нас еще один фруктовый сад. Отправляем его к остальным повторкам. Маша, что-то многовато повторок. Я так не успею коллекцию собрать. Ребята, а в вашей коллекции уже много миниатюрок? Посмотрим, что у нас спряталось в этом пакетике. А здесь у нас йогурт вишневый. И в альбоме он у нас самый первый. Интересно, что еще нам сегодня попадется? Здесь у нас вискас. Вот такой корм для котят. Ага, корм есть, а котят нет. Ребята, вы тоже считаете, что это несправедливо? Ластик, ты опять? А что я? На нашем канале уже 100 тысяч подписчиков. Могла бы мне в честь этого и питомца какого-нибудь подарить. Ластик, ну ты же знаешь, что за питомцем нужно каждый день ухаживать. Ну, тогда я согласен пока на какой-нибудь другой подарок. Вот хитренький. А что? Вон и ребята со мной согласны. Ребята, напишите в комментариях, что можно подарить Ластику на 100 тысяч подписчиков. А я пока поищу, куда приклеить этот корм. Ага, вот он. И еще один пакетик. И нам попались пельмени. Приклеим их в альбом. И будем ждать следующую распаковку. Как следующую? Что, уже все? Да, Ластик, наша тележка уже пустая. Ну вот так всегда, на самом интересном месте. Если тоже ждешь продолжения распаковки, ставь лайк.